Одесский административный суд не хочет знать правду о гражданстве Геннадия Труханова. Апелляционная коллегия подтвердила решение первой инстанции о законности регистрации действующего мэра кандидатом на выборах. Общественный активист Михаил Кузаконь в апелляционной инстанции повторил требование обратиться в суд Российской Федерации за документом, подтверждающим российское гражданство Геннадия Труханова, а также вызвать его самого для дачи показаний. Как указал истец, двойное гражданство недопустимо для кандидата на пост городского головы. На этом основании действующего мэра должны исключить из списка зарегистрированных кандидатов. Мы намагалися відмінити цю реєстрацію через те, що він подав до комісії, виборчої комісії, недостовірні дані. Мені здається, що ми довели громадськості, доказали, не знаю, всім, хто присутствував на самому процесі, всім стало зрозуміло, що у нього таки є до сих пор російське громадянство, що цей чоловік патологічний лжець. Коллегия 5-го апелляционного административного суда вслед за первой инстанцией отказалась запрашивать документы, опубликованные на официальном сайте суда российского, и вызвать на заседание Геннадия Труханова. Одесские судьи не пожелали получить прямые и неопровержимые доказательства обвинения. При такой позиции местной фемиды понятно и судебное решение. Коллеги судей вважают, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства справы, то ухвалил судовое решение задержания норм материального и процессуального права, что, відповідно до приписи статьи 316 КАС Украины, є підставою для залишения апелляционной скарги без задоволения решения суду без змін. Исходя из этого, Геннадий Труханов остается зарегистрированным кандидатом на должность городского головы. На жаль, вот такое у нас законодательство, и суд его так тлумачит, что маючи громадянство іншої держави, можна балотуватися і бути обраним на посаду, керівну посаду органу місцевого самоврядування. Такой исход был предсказуемым. Как правило, апелляционный административный суд подтверждает решение первой инстанции в пользу местной власти и бизнеса. А в данном случае речь идет непосредственно о судьбе самого городского головы и его команды. Суд не хочет чути и сприймати, ну, можливо, и боится Труханова позбавити права. Законно позбавити права балотуватися на посаду Одеського міського голови. Закон для подобных случаев написан так, что не предусматривает обращение к Верховному суду. Вершить правосудие остается самим одесситам на избирательных участках.